теперь быстренько расскажу, что это такое. Ну, как вы поняли, это держак для шлемов, вот, чтобы они не лежали на столах, не коцали бармицей столы. Вот, да и сами вот этими частями, вот это вот не корябали, вот эти вещи, как говорится, покрытие. Я решил сделать такой вот держачок для шлемов. Вот, значит, сделаны были они из старых пеньков. Вот, трещины видно, видно даже в некоторых местах тут жуки поели, вот, отверстия такие, дырки. Здесь вот тоже видны, поели жуки, вот, вот прогрызли короеды. Вот таких старых пеньков, покрыл это все морилкой, дуб, вот, вырезал рисунок. Вот такой вот, на промеж них, спереди и сзади. Вот тут тоже идет, если посмотреть так. Резьба. И получилась вот такая вот стоечка под шлема. Вполне довольно симпатично все. Смотрится цивильненько. Ну, в принципе, вот и все на этом. Всем спасибо и пока.